Привет, ребятушки! Сегодня мы рассмотрим офигенную фигурку Терминатора 2 Т-800 от Medicom. Мне очень нравится фигурка Т-800, и я очень рад, что Medicom выпустила. Конечно, хотелось бы, чтобы она была подешевле, потому что она очень уж дорогая. Больше $100 стоит. Но я думаю, она того, конечно, стоит. Надеюсь, скоро китайцы выпустят бутлик-версию этой фигурки. Надеюсь, она будет получше, чем бутлик-версия NECA, с которой мы сейчас сравним, и которая единственная Т-800 сейчас есть в продаже. Она, конечно, стоит в несколько раз дешевле. Сейчас мы посмотрим ее нюансы и сравним с Medicom. Вот такая вот фигурка классная Medicom. Видите, сколько тут аксессуаров. Давайте распакуем, посмотрим внутри. Вот что в упаковке. Видите, как много аксессуаров. Есть как руки с разными положениями пальцев. Получается целых 6 пар кистей. Здесь у нас еще 4 пары в перчатках. Видите этот миниган. Насколько прикольный Терминатор вообще, смотрите. Какие скульпт лица. Два дробовика с разным положением ручки. Пистолет, гранатомет, дымомет. Перейдем к рассмотрению самой фигурки. Видите, насколько офигенно все сделано. У Терминатора самое главное скульпт лица, а тут просто сделан на пятерку. По сравнению с нековским, конечно, который мы дальше сравним. Здесь бомбезно. Видите, следы от пуль. Здесь по умолчанию кулаки. Какая офигенная фигурка. Смотрим, что тут с артикуляцией. Так вот, руки. Может сгибаться. А шпагат не садится. Колено вот так вот сгибает. Ну, суставы на пятерку. Вопросов к ним нет. Так вот может сгибаться. Сравним головы. Жаль, что они не выпустили одной фигуркой, где с повреждением лица они выпустили, как вы знаете, специальную, которая не очень популярна фигурка, где на заводе он там с повреждениями, прям лицо у него раскурочено. Ну, вот эта фигурка самая офигенная. Было бы, конечно, прикольно, если бы еще было с лицом поврежденным. А так только с очками и без очков. А теперь давайте сравним с копией NECA. Ох, сразу голова отпала. Сравним две фигурки. Видите, насколько это крупней. Это 18 сантиметров, это 16 сантиметров. Видите, насколько у Medicom прикольное лицо, насколько больше похоже на Шварценеггера. Здесь больше похоже на Сталлоне, наверное. Здесь прям идеальный Шварценеггер, прям очень похож. Особенно отличаются фигурки без очков. Вот так вот отличаются фигурки без очков, и видите, насколько у нековской фигурки лицо меньше похоже на Шварца. У оригинала тоже было практически такое же лицо, не сильно отличается, не сильно похоже было. Изначально выпустил, а тут прям 5 из 5, офигенное попадание. Видите, как отличается лицо. Насколько у
медикома крутое лицо, крутой скульпт головы. Здесь прям очень аккуратно сделан. Видите, здесь у нас матовые плащ, а здесь прям глянцевый, очень блестит. Ну и плюс фигурки в том, что, видите, вот есть такая вот поврежденное лицо. Если бы у медикома было такое лицо, вообще была бомба. А так, если хотите у медикома получить такое лицо, покупайте еще одну фигурку с поврежденной Шварц. Давайте сравним артикуляцию у этого Шварца. Артикуляция очень тугая. Здесь часто ломалась нога, не двигался сустав некоторых копий. И когда вы так вот хотели двинуть, она ломалась. Бывает часто у копий запаянные просто суставы. Ноги вот так вот максимум чуть-чуть изгибаются. Рука вот так. В общем, артикуляция очень скромная в этой фигурке. Если сравнить ее с медиковым, то, конечно, в сравнение не идет. Давайте посмотрим, как меняются суставы. Видите, здесь такая вот пимпочка очень легко меняется. Мне такая смена суставов очень нравится, потому что она очень легко происходит. Down. Человеческие жертвы ноль.